Итак, дамы и господа, вот еще одно из завершений нашего комплексного массажа мануального всего тела человека. Да? Мы проделывали ноги сзади, спереди, руки проделали, грудную клетку, живот. И теперь вот немножко так раскачиваем, успокаиваем человека. В данном случае есть некоторые обострения в животе, да, поэтому можно попросить положить руки на чакру. Вот эту вот, на сердечную чакру, а вот это вот на... Там, где у вас область боли, да, посылайте энергию с середины ладони туда. И сами думайте, как она проходит, эта боль. Это вот давайте переложим на чакру сюда. Накрываем человека, да, и переходим к обработке шеи и головы. Для этого нам подушка не нужна в данном случае. Не нужна даже родственная. Вот, лучше, чтобы стол был чистенький. Масло нам на руках, в принципе, сейчас тоже не сильно нужно. То есть то, что у нас осталось, вот чуть-чуть маслица, да, на пальчиках, его достаточно. И что-то там на спинке у человека осталось чуть-чуть. Можно там буквально одну капельку, ну, маленькую капельку так добавить. И мы проделываем, некоторые пациенты говорят, я закончил на животе, да, а сюда не перешел. И они говорят: а где твоя коронная вот эта? Ну-ка сделай коронку нам, тебе не хватило, да? Это вот мы делаем такие, значит, манипуляции, называется тракция, да? Вытяжение шеи. При этом видите, как иногда она реально визуально прям вытягивается. Чтобы его правильно сделать, видите, я ногу одну вперед поставил, обращайте внимание на мою стойку, вторую назад. И корпусом я сажусь на заднюю ногу, отталкиваясь передней ногой. А руками осуществляю не резкое рывковое движение, а он захватил череп, да, сзади, как раз вот череп, где он заканчивается, большими пальцами челюсть, да, и получилась как бы вот такая чаша, да, у меня, только наоборот, вот так вывернута сзади, да, эту чашу я в нее одел голову, так легонечко, мягко, вытягиваю. Можно несколько раз. Уже можно начать с плечей, захватить. Сползают руки наши на череп. Цепочку туда давайте. Лучше снять. Вот. Ну, вообще предупреждаем человека, чтобы перед массажем все себе снял. И кольца, и цепи, и там, если мешаются, там сережки. А, пирсинг всякий тоже бывает мешается. Лучше, чтобы перед массажем снимать, потом оденется. Что я сейчас говорю? Вот мы вытянули шею, да, и руки плавно спустились под череп, и получается он лежит у нас как бы в чаше такой, да? Такую тарелочку сделали для черепа, он в ней покоится, а вот этими пальчиками чуть-чуть поджимаете вот эти черепные мышцы, касаясь до черепа, немножко ему продолжаете вот это тракционное движение на себе вот так, мягко. Сейчас вот, может быть, не видно, поэтому я подробно рассказываю, да? Мягко вот так вот себя тянете. В мануальной технике, в остеопатии, иногда бывает достаточно одного вот этого движения, чтобы выровнялся весь позвоночник. Ну, оно, конечно, долго делается, это вот минут 10-15, когда на это все уходит. То есть мы вот так вот тянем, и позвоночник начинает расслабляться. Ниже, выравнивается, сами косточки, сами мускулики отпускают его, и потихонечку сам выравнивается. То же самое иногда делают, ну, такой интегративный массаж, когда тянут за пяточки. За коленки. Еще раз показываю. Голова спокойно покоится на руках, слегка покачивается. Пациент должен быть полностью расслаблен, потому что некоторые напрягают голову, держат ее, да? Сразу предупреждайте, расслабьтесь. Мягкий массаж волосистой части головы. И проходим обратно по тому месту, где заканчиваются волосы, вот про эту линию, да? Волос, захватывать уши, возвращаемся назад.
Еще раз можно проделать пару раз такие, да, движения. На третий раз уже можем достаточно резко покачивать головой. Вот так вот покручивать, уже резче можно, да, это делать. Но сейчас я хочу показать другое. Когда мы забираемся поглубже до позвонков самой грудной части, да, упираемся в стол руками, вот так вот, сейчас прям показываю, да, вот так вот. И вытягиваем оттуда вот таким вращательным движением. Счет упора в стол. Понимаете, не тянуть вот так, да, а именно таким вращательным движением. То есть как будто бы наши руки формируют некоторый валик, на котором его шейные позвонки так начнут перекатываться. Сейчас вы увидите, как они вот начинают подниматься вверх. Смотрите, поглубже зашел. В стол уперся ладонями, да, прям положил их на стол. Вот потихонечку, видите, шею я вытягиваю. Выше, выше, выше. И вот отпустили. Усилить это воздействие я предлагаю еще дополнительно вибрации позвоночника. Смотрите, опять захожу туда. То есть я вот так же делаю, да, только еще так немножко вибрирую, как бы подталкиваю снизу вверх, вот такие небольшие микротолчки такие. Еще раз смотрите, раз, подняли, да? Микротолчками выше. Здесь расслабили голову. Фу. Выдохнули, прошлись обратно. Опять же, что касается лимфы, да, вот мы ее можем запустить такими мягкими движениями обратно от головы, вот туда, под ключичную зону, здесь, с этой стороны ключицы, да, с этой стороны ключицы, с этой стороны ключицы. Мягкими пульсирующими движениями. Достаточно комфортно, не надо ничего пережимать. С челюсти, ну, с нижней части челюсти, да, можем ее собрать и вот так вот тоже туда ввести. Помогаем ей как бы быстрее уйти. Ускоряем эти процессы. За ушами ускоряем процессы, да? Перед ушами. Сами уши. Можно так согреть, да, и туда тоже. Наше движение идет туда, внутрь, как будто мы стараемся черепахи залезть под панцирь, туда, да? Такая вот ассоциация происходит. И еще одно движение такое тоже, мануальное, когда мы поворачиваем мягко голову центра на бок, да? Одной рукой захватываем за челюсть, практически там, где ухо, да? Там, где вот эти выступающие косточки. Видно, да, вот эти косточки? Да. За них захватываем и делаем вращательное движение вдоль оси плечей, вдоль плоскости плечей, так вот. А этой рукой помогаем, то есть давим в противоположную сторону. Мягко давим, не резко, только нам не нужно прямо ждать какого-то хруста. Просто мягко так раскачиваем. Дальше не убирая руку, практически чуть-чуть разворачиваем ее, под черепом уже поддерживая, да? И возлагаем ее через ухо на скулу. На скулу человека у него получается... В данном случае скула самая верхняя точка, да, а самая нижняя точка это вот, ну вот я покажу с той стороны, вот эта точка черепа, да, так вот как бы по диагонали. И получается на них оно перекатывается. Я сейчас покажу, да, вот здесь вот примерно, над ухом где-то вот эта точка самая нижняя, скула самая верхняя, да. И мы вот на ней покачиваем вот эту голову за счет того, что под черепом берем руку, да, опять натягиваем. И чуть-чуть по диагонали уже получается примерно градусов 45, вот так вот движение, да. А здесь рукой под 45 градусов туда давим, в ту сторону теперь. Вот такое вот растяжение. Посмотрите, вот здесь как тянутся мышцы. Видите, вот мышцы напрягаются, растягиваются, или не напрягаются, а расслабляются. Следующее движение, когда мы кладем руку уже сверху на череп. И перехватываем его снизу. Сам череп снизу, да? А вот эту часть положили выше. А давление указываем теперь практически параллельно телу, почти вот туда, ну, с небольшим уклонением на 10 градусов. На 10 градусов от оси нашего тела. То есть вот туда мы даем. Тут растягиваются уже вот эти задние мышцы, да? Проделали это, мягко положили голову, развернули в другую сторону, повторили. Я вам сейчас еще покажу. Чтобы заметили, что давление идет в разные стороны. Здесь практически вниз в плечо давил. Теперь сюда и туда.
под 45 градусов друг относительно друга. Теперь вот сюда. И вот почти в тело. Туда даем. Возвращаем голову. Легкое покачивание. Успокаиваем пациента. Можем голову вот так вот пройтись. Лобик пройтись. Я просто космоэнергет, поэтому добавляю во все наши процессы работу с энергетикой. Это вот мы как бы отрицательный заряд еще дополнительно сняли с человека, да, и сбросили его в дальний конец комнаты. Все, обычно ты говоришь человеку, ну, с вами вздохом уже показываю, что сеанс закончен. Плавно приходите в себя, и можно будет уже вставать. Вот такой еще один финал.